Следов ждикавов проливных. Оно грибов вырезал. Лес у нас лиственный. Топки липки. Полно груздей. Вот это такие большие. Для засолки. Я их не собираю. Они вымачиваются, там выпариваются. Вот их сколько кучами. Грузди одни. Засолки. Я тут нашел синюшный гриб. Вроде как интересный. Пробовал, не горький. Какой-то белый. Польский гриб. Похоже на польский, на белый. Вообще на все. Надо будет попробовать его. На вкус не горький. То есть хороший. Попробуем синенький гриб сегодня. Я вам покажу его. Такие маленькие грибочки. Желтенькие, синенькие, красненькие. Вкус приятный. Именно сырой вкус приятный. Значит, должен быть и жареный, крутой. Когда-то я уже один пробовал, вот ничего, живой. Депрессии нет, горечи нет, спазмов никаких нет. Короче, не глючик, желудок держит, все терпит, все прекрасно. Что-то вот нашел, три штучки, больше нету. Это место. Это место. Нет, что-то нет. Не похоже. Другого уйма. Пойдем к маслятам. Если будут маслята, снимем репортаж маслятный. И под березовики должны быть. Березовики. Там березки есть. Дубки, березки. Короче, грибной кайф наступает. Всем привет.